всегда стараются максимально облегчить жизнь своему окружению и в трудную минуту обязательно протянут руку помощи. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Они всегда стремятся действовать. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную доброжелательную атмосферу. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.